В городском округе продолжается капитальный ремонт объектов образования. Школы и детские сады, закрытые на реставрацию, вновь встретят своих воспитанников 1 сентября. Одно из учреждений, которое попало в госпрограмму, детский сад номер 12 в Октябрьском. Какими темпами там продвигается работа, узнала Луиза Егезарян. Этот детский сад объединяет в себе две эпохи. Вот эта часть построена в 1938 году, а вот это уже в послевоенное время, в начале 60-х. Большую историю дошкольного учреждения будут хранить только стены. Это единственное, что останется нетронутым во время масштабного ремонта. Уже обновили кровлю, завершили внутреннюю отделку, заменили старые деревянные потолки и установили новые окна. Работа над преображением детского сада кипит каждый день и при любой погоде. Скоро строители займутся фасадом здания. Фасад будет очень красивый. Это так называемый вентилируемый фасад. Вначале фасад утепляется, устанавливаются направляющие и облицовывается плитками 60 на 60 размером сантиметров. Либо это алюминий может быть крашеный, либо оцинковка крашеная, либо это керамическая плитка. В целом работа выполнена на 35%. До сдачи объекта осталось ровно 2 месяца. Сомнений, что строители уложатся в сроки, на сегодняшний день нет. Направлены средства федеральные, областные, также и городского округа. И сейчас проходит активная стадия ремонта. К 1 сентября здесь сюда уже пойдут детишки в обновленный детский сад. Контракт у нас подписан до 24 августа. Новым будет не только здание детского сада, но и его содержимое. После ремонта сюда завезут современное оборудование и мебель. Преобразится и территория дошкольного учреждения. Во дворе установят малые архитектурные формы и поменяют ограждения. Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.